Итак, ну что ж, ариару, мои маленькие любители квадратной шурмы, и я рад приветствовать вас на новой серии по такой замечательной игре, как Qtech. Я прекрасно помню свои слова по поводу того, что серия была последней, но какая-то неведомая сила клюнула меня в пятую точку, и я все же захотел вернуться в этот увлекательный мир еще раз. Увидев вашу оценку под предыдущим видеороликом, я все же решил убить свое время и выполнить финальные ачивки и скрафтить финальную солнечную панель. Если я скажу, что это было легко, я не совру, а самая сложная часть была лишь в ожидании. И дабы оптимизировать этот нелегкий процесс, я решил все-таки построить еще более усложненную часть по переработке ресурсов, что позволило сократить время моего ожидания примерно втрое, что, как вы понимаете, все равно много. Но ради вас, мои дорогие зрители, я все же подготовил все и все уже скрафтил. Мне остался самый последний и самый финальный крафт этой солнечной панели, для которого уже все ресурсы выкопаны, переработаны, все машины скрафчены и все визоры давно уже убиты. О да, да, наконец! Ура! Да, я наконец-то ее скрафтил, боже. Меня переполняют какие-то эмоции. Но я после всех этих часов моей игры, после всех этих мучений, самая бесполезная вещь, которую я мог бы сделать, только я ее сделал. Да, она теперь у меня и в руках. Я могу сказать, что завершил эту сборку теперь на все 100% и выполнил все, что от меня просил автор этой сборки. Аля-ля, да. Раз, два, три, проверка. Меня слышно? А, что? О, замечатель. Да кто ты такая, Джеб, побери. В смысле ты меня забыл? А, ты меня и не вспоминал. Ну ничего, мой дорогой, у нас с тобой все еще впереди. Это, конечно, все безумно странно, но ничего, что я тут как бы серию записываю и... Я знаю даже больше, чем ты думаешь. Оу, а, ну может быть тогда и меня просветишь? В этом нет необходимости. И все, супер. Последние штришки завершены, и все готово. Да о чем вообще идет речь? Что ты несешь? А! Что? Где я? Это другая вселенная, другая сборка по твоей квадратной игре. И твоя задача пройти эту сборку, выполнив все ачивки, которые предоставляет тебе игра. С какого перепуга я вообще должен что-то делать? Слушать тебя и выполнять твои указания? Ты ж моя умница. Повзрослела, начал задавать разумные вопросы. Мои поздравления. Но тем не менее, ты все это сделаешь, мой хороший. Или... Ай-яй-яй-яй, да, хорошо, я понял, понял. И незачем применять эти меры, тем более, может быть, я и сам вообще хотел сделать что-то подобное. Вот и умница. Буду выполнять роль твоего помощника. Но не вздумай даже использовать меня как Сири. А если вздумаешь сбежать, ты всегда помнишь, чем это может закончиться. Уяснил? Ну, да. Вот и умница. И не забывай делать отчеты, а я же буду их заливать на YouTube. Зачем? Так надо. А, ну ладно. Если всем все понятно, тебе приятной игры, а вам приятного просмотра, мои маленькие любители покушать. И помните, бобры не любят, когда их обижают.